Поздравления с юбилеем сегодня принимает народный артист России, художественный руководитель театра эстрады Геннадий Хазанов. Ему исполнилось 70. Юморист, мастер пародий, искрометных импровизаций. Над его монологами и придуманными образами смеялась и смеется вся страна. Но это не помешало актеру сменить эстрадное амплуа и взяться за драматургию в театре и кино. Кстати, в этом году еще и 50 лет, как Хазанов выступает на сцене. 70 и 50, 120 – это как раз то, чего так часто желают, до 120. Собственно, вроде как я до 120 добрался, но как-то нет ощущения, что дистанция пройдена. Пока бьется мое сердце, решаю главную задачу. Я хочу быть живым. Я боюсь превратиться в мрамор, в статую, в бронзу. Режьте меня. В разные годы объектами талантливых пародий Хазанова становились друзья, коллеги, эстрадные звезды, политики. А сегодня он сам оценивает мастерство перевоплощения. Геннадий Викторович – член жюри высшей лиги КВН и проекта «Точь в точь», который выходит в эфире Первого канала.